3 декабря сегодня. Наконец-то выпал снежок такой приличный. Посмотрите, ну прям беленький. То есть уже можно будет и следочки почитать. Если какой-то сегодня больной, чувствую себя вообще никак. Ну не удержался, чтобы не выйти в лес. Все-таки снежок, потому что по прогнозу, так сказать, последний день зимы, несмотря на ее только начало, потому что прогноз такой неутешительный, вроде как дожди уже завтра или даже может быть сегодня вечером. Поэтому ну надо, просто надо пройтись, это обязательно, тем более снежок такой позволяет и следочки посмотреть как следует. Может, ну и в надежде все того же зайца поднять. Ну только в лес зашел, сразу же собака кого-то подняла. Ну, скорее всего, все тех же старых знакомых. Вот. Пойдем дальше. Ну вот как настроение у меня будет, так что-нибудь поснимаю. Самочувствие, конечно, не позволяет сегодня так полноценно хоть и радоваться. Ого. Так, ну что, есть вопросы? Запровалюсь я или нет? Так вроде держит. Провалился. Пошли. Thank you.
Блин, попал в плечи, ребят. Вот пошла с кровью куда-то на трех лапах. Тьфу, ё. Надо умирать. Взяли. Вот и лисичка. Добыли, ребят, лису. Вот она. Че, ребята? Ну вот и удача нам. Такую лисичку взяли. Еще удалось заснять все. Вообще все здорово. Собака все еще работает. До сих пор там лает. Больших два круга собака сделала. Стояла на поле сначала. Зушев походит по краю. Вот. Думаю, смещусь в лес. Так сместился, смотрю, где леса. Ну, она собака по кругу гнала, рядом с полем прям. Сместился, смотрю, ага, леса по каналу, по льду. Прям ходила. Ну, думаю, тут и стану, где она ходила. Скорее всего, может, на второй круг. Собака уже не слышит, не слышит, слышу, где-то работает. Уже тяжелее работает, видно, следов много. Вот она прямо сюда идет. Молодец. Отлично по лесе сработало. Два хороших круга. Стоял побольше получаса и прямо на меня лесу выставил. Ну что, ребят, не зря на охоту сходили. Леса — это трофей однозначно. Вот она умница. Вот. Лейта. Лейта. Лейта, лейта. Здесь. Взяли. Вот она. Вот так, дружище, сегодня очень удачно сходили. Помимо того, что добыли лису, мы еще и спасли маленьких зайчат и птенцов, тех же самых тетеревов. Вот, потому что лиса — это все-таки вредитель. Да, конечно, ценность никакая. Не сразу наповал почему-то получилось. Стрелял с контейнера первый раз, хотя недалеко было, зря, наверное, надо было. Без контейнера единичкой стрельнуть. Ну, не важно. В любом случае она легла. Собака молодец. Я молодец, все молодцы. Ну что, ребят, считаю, что охота удалась. Теперь надо идти в любом случае уже домой. Надо снимать лесу. Трофеи у нас всех. Надеюсь, что хорошие кадры еще плюс ко всему получились. И всем добра и успехов!